По традиции 19 Русинфо дает возможность всем нашим гостям обратиться, значит, к публике, к жителям города, можно Саяногорска, да. Вы можете обратиться и сказать им несколько слов, пожеланий, может быть, призыв какой-то. Спасибо за такую возможность. Я бы хотел обратиться к жителям города Саяногорска как можно активнее принять участие в общегородской акции «Чистый зеленый твой». Эта идея объединить горожан вокруг наведения порядка в городе уже давно витала в Саяногорске. Я знаю, что очень многие люди, очень многие жители нашего города, и пенсионеры, и члены общественной палаты, каждый на своем участке убирались, как-то облагораживали город, садили клумбы, садили деревья. Сейчас мы возводим вот эту идею на уровень города. Мы будем поддерживать, будем создавать условия, чтобы и организации, и предприятия, и просто сообщество по месту жительства объединились, сплотились в команды, и в течение 2-3 месяцев мы эту работу будем проводить. Будем чистить город, будем украшать его зелеными насаждениями, будем садить клумбы, будем награждать отличившихся. Мы сейчас хотим, чтобы это было не как по-старому, там месячник благоустройства. Никакого месячника по благоустройству не будет. Это будет стратегия, это будет наша общая задача, которую мы будем решать. Я приглашаю всех принять участие в этой акции, потому что это очень важно для всех нас, для наших детей, для нашего города. Всем вместе объединившись, я думаю, мы сможем навести порядок в городе.